Карагандинская команда по черлидингу с триумфом вернулась с чемпионата Европы, который проходил в Италии. Об эмоциях и опыте, которые приобрели юные призеры, в следующем сюжете. Черлидинг в нашей стране только набирает популярность, в отличие от Америки и Европы, где выступления черлидинговых команд – это большое красочное шоу. Карагандинская команда «Тори» вернулась с главного первенства Европы с большими наградами. В любительской лиге подопечные Ирины Карюкиной сумели завоевать все три комплекта медалей, а в лиге профессионалов удалось закрепиться в пятерке сильнейших. Девочки выступали три дня. Сначала в любительской лиге, потом в лиге профессионалов. Первое, второе, третье место мы заняли в любительской лиге среди юниоров. И пятое место, общее зачетное, было занято в лиге профессионалов. И тем самым дети завоевали путевку на чемпионат мира в Таиланд. Как часто бывает в отечественном спорте, отсутствие спонсирования становится непреодолимой преградой. К сожалению, как правило, лишь немногим удается найти необходимые средства. Юные призеры чемпионата Европы из Караганды тоже столкнулись с этой проблемой. Мы находимся на балансе ДПК при стадионе «Шахтер». Из этого уровня мы немножко выросли в плане уже как бы спонсировать такие поездки. ДПК не может. Поэтому мы очень надеемся на поддержку облспорта. Прям хочется нам, конечно, съездить на чемпионат мира и хочется, чтобы девочки проявили себя. Я думаю, что они принесут еще не одну медаль Казахстану.